Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в что-то новенькое. Ведь сегодня мы будем играть в Five Nights at Freddy 4 в Майнкрафте, ребята. Это моя разработочка, я надеюсь, это вам сильно понравится. Если понравится, то вы подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и также оставите свой комментарий. Я буду очень сильно этому рад. А мы давайте приступим к самой игре. Так, вот у нас первая ночь. Будем смотреть, что и как тут. Давайте сначала шкаф. Вроде никого, возвращаемся назад. Опа, тоже никого, назад. Ребята, мне, если честно, очень тоже стрёмно, хоть это и Майнкрафт, но это же FNAF. Так, все нормально, пока что никого нету, пока что никого нету. Так, никого, возвращаемся. Так, я не знаю, вот тут, мне кажется, не так уж и часто нужно это смотреть. Тут тоже пока что никого нету. Тоже никого нету, возвращаемся назад. Давайте шкаф еще раз посмотрим. Тоже никого нету, назад, опа. Что там с Мишкой? Нормально. Так, давайте еще раз тут посмотрим. Я надеюсь, никого не будет. И мы сможем благополучно закончить эту ночь как можно быстрее. Так. О, твою мать! За нами уже вышли. Ребята, за нами уже вышли. Так, тут никого, только один. Мишка. Так, я боюсь туда идти. Давайте сначала посмотрим шкаф. Вроде никого. Так, назад. Ух, я боюсь. Смотрим, смотрим, есть ли там кто-то. Никого. Ушел, ушел, ребята. Ушел. Фу, давайте тут проведаем. Никого. Ночь уже подходит к концу. Ночь уже скоро завершится. Так. Опа. Так. Вроде пропал, пропал. Замечательно. Фу, ну что, давайте еще раз посмотрим. Я надеюсь, больше тут никого не будет. Нет, никого, нормально. Так, и сейчас давайте еще сюда. Нет, давайте еще шкаф посмотрим. Тут, что тут? Тут никого, замечательно. Шкаф. Вроде никого. Так. Фу. Фу, так, ребята, я уже немного боюсь, уже нормально так часов, уже скоро, наверное, завершится эта ночь, я буду надеяться, что никто к нам больше не придет, точнее, что вообще никто к нам не придет. Тут никого, замечательно, давайте еще вот тут проведем, а то, может, за нами уже кто-то там выходит. Охренеть, я напугался, ребята. Ребята, все, с меня хватит. Одну ночь мы попытались пройти, но нас сразу же убили. Я надеюсь, вам это понравилось. Ребята, если вы хотите что-то подобное этого, то поставьте лайк. Я буду очень сильно рад лайку. Также, если вы оставите свой комментарий с каким-то вопросом, пожеланием, советом, я попытаюсь его, постараюсь, да, в принципе, не то, что даже постараюсь, а отвечу на него, прочитаю, отвечу и также пообщаюсь с вами. Все, что вам нужно, это просто-напросто ставить комментарий. Также я буду рад каждому новому подписчику, который на меня подпишется и вступит в нашу большую дружную семью. Это относится к тем, кто еще не подписан. Я буду очень сильно рад. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.